Ищи. Минно-розыскные собаки были доставлены в военную базу Абхазии в конце декабря прошлого года из Центра служебного собаководства в Московской области. За каждым четвероногим новобранцем закреплены вожатые, которые проводят с ними тренировки. И вот впервые они приняли участие в тактико-специальных учениях. Учения прошли на полигоне Гудаута. В задачи военнослужащих входили разведка заминированных дорог, колонных путей и отдельных строений, а также обнаружение самодельных взрывных устройств. Найденные взрывоопасные предметы уничтожали саперы в новейших общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2. Мы произвели уничтожение взрывоопасных предметов путем электронного подрыва. Кроме того, военнослужащие обследовали маршруты выдвижения боевой техники с применением современных бесконтактных миноискателей «Коршун». В учениях приняли участие десятки военнослужащих и 4 минно-розыскные собаки. Все учебные задачи были отработаны с учетом опыта применения саперных подразделений в современных вооруженных конфликтах.